На первом участке КП «Харьков благоустройства» Дзержинского района собрались владельцы домашних животных. Они привели своих любимцев на прививку от вируса бешенства. Собакам и кошкам вводят вакцину отечественного производства, которая, по словам ветеринарного врача, не уступает по качеству импортной. Вакцинация животных начинается с двухмесячного возраста. Ограничений по возрасту больше нет. Вакцина наша отечественная под названием «Робистар». Стоимость ее существенно ниже импортных аналогов. Качеством она ничем не уступает им же. Ирина Чугунова своего домашнего питомца привела на вакцинацию впервые. Двухлетний пес по кличке Марк Мигель прививку перенес спокойно. А хозяйка отмечает, что плановая городская вакцинация обошлась в разы дешевле, чем в частной ветклинике. Первый раз в жизни решили воспользоваться государственной службой прививок. Ну, очень приятно. Спасибо большое. Хотя у нас чудесный доктор, но мы сюда финансовое положение сейчас очень печальное у всех, поэтому приехали сюда, очень приятно. Владельцы домашних животных платят только 2 гривны 98 копеек за ветеринарную справку о прививке. Сама вакцина бесплатная. О сроках и адресах проведения вакцинации можно узнать в объявлениях, которые за 3-4 дня до начала расклеивают на подъездах домов, либо по телефону на участках жилкомсервиса и на сайте КП «Центр обращения с животными». В некоторых районах вакцинация будет начинаться 22-23 марта. То есть именно за 3-4 дня будут размещаться объявление, поэтому я обращаюсь к владельцам животных, пользуясь случаем. Пожалуйста, обращайте внимание на эти объявления, это очень важно. В течение полутора месяцев специалисты будут прививать от бешенства домашних любимцев, живущих в высотных домах. В середине мая вакцинация животных начнется в частном секторе. Марина Ступак, Анна Соболева и Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».